Вот, солнце встало. Будем начинать заниматься подготовку к варке ухи. Я вот начала чистить рыбку. Ну, а потом мы продолжим видео, уже будем варить уху. Утро. Еще все спят. Но природа уже проснулась. Солнышко уже так высоко и начинает пригревать. Что ж, надо заниматься рыбой. Вот начало варки ухи. Мы зажгли костер, поставили казанок, налили в него водички и зажгли костер. Сейчас мы будем ждать, когда водичка закипит, посолим и будем выбрасывать рыбку. Ну, я постараюсь отснять весь процесс варки ухи, поэтому думаю, вы все увидите своими глазами. Вообще уха, приготовленная на природе, на костре, это самая вкусная уха, что не говорите. В домашних условиях на печке, электропечке, газовой такую уху не сварить. Набросили в губку и посолили нашу уху. Начинаем забрасывать рыбку. Мы ее почистили. И теперь ищем казанок. Уже картошка, овощи сварились практически. Сейчас рыбка очень быстро варится. Мы ее даже не режем. Она у нас не очень вкусная, поэтому мы ее помещаем целиком. Но почищенную, конечно. Убрали шапку. Почистили. Ножки мы убрали, помыли хорошо. И теперь будем ждать на воду. Сегодня, да, рыбки, да. У нас сегодня много рыбёшки. Будет уха навариться. Должна быть уха хорошая. Всё можно накрывать, пусть варится. Посмотрим. В конце мы решили бросить пучок зелени. Просто охолодить, чтобы он закипел. И потом достанем и выбросим. Она настоится у нас. Наверное, будем снимать? Да. Сейчас будем снимать костра. Куда ставим? А вот сюда, рядышком. Ставим. И все, пучка наша настаивается. Вот поближе я покажу вам нашу уху, она настаивается, потом мы достанем зелень и будем разливать по тарелочкам. Я надеюсь, у вас тоже есть рецепты любимые приготовления ухи. Надеюсь, вы поделитесь со мной, напишите комментарии к
моему видео.